Педагогический коллектив и учащиеся Алдзанской средней школы номер 1 под руководством директора школы посетили памятник народного поэта Абхазии Дмитрия Гуля, а также его дом-музей. Работник музея провела экскурсию в доме основоположника абхазской литературы, рассказала его биографию, показала школьникам первый сборник стихов Дмитрия Гуля, первый абхазский алфавит, кабинет, где работал поэт и многое другое. Ученики, в свою очередь, прочли стихи автора. Данные мероприятия проводятся в честь празднования 140-летия со дня рождения Дмитрия Гуля.